оказаться. Вот у меня было такое восприятие, что я оказался, ну как бы все чужое. Вот вроде Симферополь, город, в котором я на тот момент уже прожил более 25 лет. Вдруг вот выходишь, он какой-то чужой. У меня два взрослых сына, а ситуация там такая, что молодые люди вдруг стали исчезать. Потом кого-то в общем не находили, кого-то тела стали находить убитые. В Киеве мне сразу понравилось, как я только переехал после аннексии, перевелся на учебу сюда. Понравилось, вот как нас принял университет, как там нас, студентов, встретил декан, прям с поезда забрал, отвез, разместил. И было заметно, что мы здесь не чужие, что мы здесь свои. Вчера, в частности, женщина была. Я, говорит, каждое 1 мая ездила в Крым именно кушать чебуреки. Вот именно на чебуреки ездила, покушала, довольная, все. Нам очень приятно, что наши гости, наши посетители довольны тем, что вот они получают здесь у нас. Мы вернемся в Крым, когда все станет на свои места. Когда все вернется на круги своя.